Добрый день, друзья и зрители канала Азбука Вязания. В этом мастер-классе мы будем делать вот такой вот браслет. Он может быть двусторонний, с этой стороны вот так, или перевернуть на другую сторону. Этот браслетик я буду вязать из ниточек титан, толщина ниточки 40, и ниточек Ариана Вега, толщина ниточек 30. Я буду вязать этими ниточками в два сложения. Вам необходимо намотать на один челнок ниточку и на второй челнок ниточку. Провязываем комбинированные колечки. Для этого мы берем ниточки, одеваем на пальчики, провязываем первое и последнее колечко. У нас будет провязано из 10 двойных узелков, и вторым челноком тоже провязываем 10 двойных узелков. А остальные все колечки мы провязываем по 15 двойных узелочков. Провязываем 10 двойных узелков. Дальше берем второй челночок, ниточку на пальчиках переворачиваем, и провязываем еще 10 двойных узелочков. Начинаем провязывать с обратного узла фриволите. Вот эта ниточка на пальчиках должна быть натянута, а узелочки провязываем ниточкой, которая идет от челнока. Я провязала 10 узелочков вторым от челноком. Дальше берем первый челночок и затягиваем наши ниточки, узелочки в колечко. Вот такое колечко у нас получилось. Дальше возле самого края колечка провязываем следующее колечко. Накидываем на ниточку на пальчики. Провязываем последующие колечки 15 узелков одним челноком. И вторым челноком тоже 15 двойных узелочков. Дальше переворачиваем ниточки, берем второй челнок и провязываем еще 15 двойных узелочков, начиная провязывать от обратного узла фриволите.
Следим за тем, чтобы вот эта ниточка была натянута и узелочки формировались на ней с помощью ниточки со второго челнока. Дальше берем первый челночок и затягиваем ниточку. Образуем колечко. Колечко затягиваем туго, чтобы браслетик у нас был более жестким и хорошо держал форму. Вот такое у нас второе колечко получилось. Дальше провязываем точно так же следующие колечки, пока вы не провяжете нужную длину браслета. Провязываем цепочку из комбинированных кольцов чуть-чуть больше, чем объем вашей ручки, так как потом при переплетении браслетик немного сужается и длина будет не такая, как вы провязали цепочки. У вас должна получиться вот такая цепочка из колечек. Первое и последнее колечко провязываем маленькие 10 и 10 двойных узелочков, а средние колечки провязываем по 15 двойных узелочков с каждой стороны. Для моего браслета я провязала 16 колечек, включая 2 маленьких. Маленькие колечки у нас будут по бокам нашего браслета, поэтому мы провязали их чуть-чуть меньше. Дальше плетем вторую часть браслета, которую мы будем переплетать с первой. Для этого на челнок наматываем ниточки и на второй челночок наматываем ниточки. Начинаем плести с колечка. Все колечки плетем по 30 двойных узелочков. Я сплела колечко из 30 двойных узелочков. Дальше плетем дугу. Дугу плетем 15 двойных узелков. Вот такая дуга у меня получилась. Затягиваем ее. И дальше плетем еще одно колечко из 30 двойных узелков. Таким образом чередуем до конца нашего плетения колечки и дуги. Все колечки плетем по 30 двойных узелков. Все дуги плетем по 15 двойных узелочков. У вас должна получиться вот такая деталь, колечки с дугами. Вы можете ниточку пока от последнего колечка не отрезать ниточки, чтобы потом померить длину браслетика и тогда уже довязать или убавить ваши дуги и колечки. Для второго элемента мы провязываем колечек практически в два раза больше, чем колечек у нас провязано здесь.
не считаем здесь одно колечко. Здесь тогда без одного колечка получается у нас 15. Значит, провязываем 30 колечек и, соответственно, дуги между ними. Определяем серединку наших элементов и дальше будем переплетать. Для этого берем посередине два колечка, просовываем их в первое колечко второго элемента, просунули одно колечко. И второе колечко. Следите за тем, чтобы дуги у вас не перекручивались, были вот тут вот ровненькие. Следующие два колечка. Просовываем следующее колечко. И так далее до конца нашего браслетика. Чтобы в каждое светлое колечко у нас было просунуто по два колечка вот этих. Я продела во все колечки. По два колечка со второго элемента. Закончила продевать вот здесь колечки. И одно колечко у нас осталось не продетым. Дальше вот с этой стороны мы будем начинать переплетать наши колечки. Следите за тем, чтобы колечки переплетались только с теми колечками, которые с соответствующей стороны находятся. Просовываем колечки вот таким образом. Раз. Дальше следующее колечко просовываем. Два. И так далее до конца ряда. Три. С этой стороны делаем то же самое. Просовываем колечки наши. Одно колечко. Второе колечко, третье колечко и так дальше до конца ряда. Последние два колечка также продеваем в колечки. И дальше вот это маленькое колечко продеваем вот в эти колечки. У нас с этой стороны получился вот такой браслет. А с этой получился вот такой. Дальше вы можете пришить вот здесь маленькую бусинку или зацепить колечки. Зацепляем все три колечка наших. И зацепляем карабинчик.
Карабинчик можно застегивать прямо вот за это колечко. Или можете с этой стороны также зацепить металлическое колечко и застегивать уже за него. Такой браслетик у меня получился. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, до новых встреч!